Друзья, всем привет! Как вы знаете, основой моего YouTube-канала являются видео о заброшенных зданиях. Но также я не мог не заметить, что большинству моих подписчиков интересна транспортная тема. И, как вы уже поняли из названия сегодняшнего видео, это видео угодит и мне с моими интересами, и, собственно говоря, тем, кто любит транспорт. Я покажу трупный ряд депо номер 2 в городе Днепр, троллейбусного депо, и то, что вы там увидите, пусть вас это не расстраивает, потому что трупные ряды – это нормальное обыденное явление на любом депо. По сути, это площадка, на которой отстаиваются уже списанные машины, которые ждут утилизации, частично их разбирают на запчасти для тех машин, которые еще на ходу. Не надо там разводить в комментариях страсти по этому поводу, потому что из опыта выходит так, что иногда лучше купить новый троллейбус, чем ремонтировать и модернизировать вот такие вот уже откровенно сгнившие машины. Да, там есть машины, которые хотелось бы видеть в надлежащем виде. Ну, если не на дорогах нашего города, не на улицах, то хотя бы в музее транспорта. Ну, такого музея у нас пока нет. Может быть, это видео привлечет внимание, и об этом все-таки задумаются. В общем, я покажу этот трупный ряд таким, какой он есть.
серии, да. Не видно, какой бортовой. МЗТ-1 с маленькими окнами. 92-й год выпуска. А это МЗ с большими окнами. Примерно 94-й год выпуска. Проезд по 1 гривне еще, прикинь. Это уже давно стоит. Прикольно. Это так называемый трупный ряд. Троллейбусы, которые списаны, которые забирают на запчасти. Но, к сожалению, их не могут ни утилизировать и не выкинуть. Здесь есть очень интересные редкие экземпляры. Ну, как редкие. Скажем так, те, которые хотелось бы еще посмотреть живьем, пусть даже и в таком состоянии. Бой стекла. О, какой ЗИО. Прикольный. А, сфоткать. Здесь производят предварительную сборку для трамвайных путей. Так, пару фото. А, значит, он разделенный. А это типа был учебный, я так понимаю, это какая-то техничка там была.
Если вы узнали какие-то машины или знаете их историю, пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще много чего интересного. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором я также публикую фотографии, это то, что не попадает в это видео. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. До новых встреч на YouTube. Пока.